Всем привет, дорогие друзья, были в Окее. Итак, обзор покупок. Первое, что вы видите на столе, это макароны Барилла. Меленькие звездочки, ребенок хорошо ест. Хорошая скидочка была. Стоили практически 60 рублей, 59,90. Как-то однажды я их за 80 покупала. Но макарошки хорошего качества, там 450 граммов. И, в общем-то, в итоге вот со скидкой получается вполне адекватная цена. Также яблоки. Два пакета яблоки по цене 80 рублей за килограмм. Были с ребенком, конечно же, он первым делом побежал к машинкам и выбрал вот такую вот машинку Технопарк. 444 рубля стоит, и вот она чем понравилась ему, тем, что открывается дверь, открывается багажник, плюс это полиция. И, короче говоря, ребенок просто счастлив. Выбор машинок от Технопарка там очень большой. Цены разные, можно поменьше машинку взять, побольше, там 204, 250, 350, 400, 600, и дальше цены, конечно же, небеса. Также бумажные полотенца, 140 листов, 35 метров, два слоя. Чем они мне понравились? Тем, что они вот с рисунком цветные. Ну, вот что-то психануло и захотелось, чтобы было что-то не совсем обычное, не как всегда. 51 рубль за этот рулон. В принципе, вполне адекватная цена. В прошлый раз по 72 рубля брала. Этот раз уже 82 рубля. Вот такой набор к пиву холодного копчения ассорти. И вот было довольно-таки много мяса и мало костей. Мне очень понравилось. Я и бутерброд мужу делала с батоном, с маслом. Он тоже говорит, вкусно. Вообще вкусно. Очень вкусно. Совсем не обязательно это к пиву. Просто так я вот есть захотела, взяла, поголодала косточки там, да, вот кусочки. Жирненький, вкусненький, аж слюна вожжу, очень вкусно. Еще раз повторяю, по 80 рублей каждая вот эта вот упаковочка, этот раз цена выше, чем обычно. Детские творожки, цена устоялась уже 30 и выше. Вот нашла Тема, биотворог, клубника, банан, 24 рубля, там что-то 60 копеек. Вот единственная такая вот приемлемая цена. И вот второй вариант – груша. Хороший детский творожок, не переслащенный, что радует. И ребенок ест пока еще. Орео. Печенье Орео 42 рубля. Вот такая вот упаковочка. 95 граммов всего-навсего. Говорю, были с ребенком, он бегал. И давай это купим, давай это купим, давай Орео возьмем. Вот второй вариант с шоколадной начинкой, тот с сливочной начинкой. Цена та же – 42 рубля. 19 рублей печенье юбилейное, традиционное. Объем тоже небольшой, 134 грамма. И еще один вариант, юбилейная глазурь. Так, юбилейная глазурь, 53 рубля 99 копеек. Для себя любимые живые конфеты без сахара, вкусно, полезно, здорово. Фруктово-ореховый с горьким шоколадом. Шоколад 77% какао. 129 рублей за эту упаковочку. Сейчас посмотрим, может, вру. Вот такие вот чипсы. Ну, тут как вот кусочки батона и сушеные. Я бы сказала, что это скорее сухарики, чем чипсы. С томатами, оливой и орегано. Очень вкусненькие такие вот эти чипсы. Стоят 45 рублей. В эту закупку вообще набрали много всего такого вкусненького. Вот такие вот кукурузно-рисовые, сметана и лук. Это цельнозерновые, это я для себя беру. Мальчишкам моим это не понравилось, хотя мне очень понравилось. Они вот без глютена, меньше калорий. 49 рублей стоит вот эта вот упаковочка. Было несколько вариантов. Кукурузно-рисовый пряный томат. Это уже другая фирма, объем здесь больше. 89 рублей стоит. Сметана и лук. И еще один вариант. Томаты и сыр. Это вот для себя любимый. Для собаки. Фрискис Пурина. Вкусные такие вот какие-то вот кусочки. И с этими кусочками вкусненькими. Это лакомство для собаки. Приучаем ее выполнять всякие разные команды. 139 рублей за каждую упаковку. Сосиски Дым-Дымыч. Новый дизайн. Так, упаковка довольно-таки увесистая. Сколько здесь? 500 граммов. 139 рублей. И на скидках, с хорошими скидками были сосиски Вязанка.
молочный 119 рублей за эту упаковку. Здесь 450 граммов. Вязанок вкусно делает. Большая упаковка чипсов. Зеленый лук. Выгодно. 89 рублей стоит этот. Муж выбрал для себя. 250 граммов творог. 2%. Добрая буренка. Это мы заезжали уже рядом с Океем. Есть магазинчик от производителя. 46 рублей. Три упаковочки взяла. Хороший вкусный творог. И также мне очень нравится сметана 20%. 66 рублей за 400 граммов. Она очень вкусная. Вот тоже три упаковочки взяли. Такой сметаны еще. В Окее обратили внимание на новинки от фирмы Макеев. Кетчуп болгарский. 500 граммов натуральные специи. Соус кисло-сладкий с перцем чили. Остренький должен быть. Соус барбекю с ароматом дыма. Ну и еще два варианта джема от Макеев. Это черничный джем из натуральных ягод без консервантов. И персик-манго джем из натуральных фруктов без консервантов. У меня муж любитель варенья, джемов. И вот говорит, давай попробуем, что это собой представляет. Собственно говоря, это вся наша закупка. В общей сложности в Окее мы потратили 3428 рублей. Внимание, ваша скидка составила 877 рублей 32 копейки. Дорогие друзья, это все. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. До новых встреч и всем пока-пока.